Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Tomb Raider, выпуск 2013 года. Кстати, игра очень интересная и увлекательная. Так, ну что мы? Мы хотим сразиться с неким существом, типа подтип великан, какой-то такой вот он. Как правильно его назвать, я даже не знаю. Оттуда мы выбрались. У нас что, друг познается в беде? Спасите Саманту от братства. Ну, не знаю. Саманта этот, ну, так скажем, говно человек. Не очень-то и хотелось бы ее спасать. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас. Можно туда, можно сюда. Ага. Так. Посмотрим, куда мы сначала здесь придем. Так, чаши. Чаши. Забористый. Я вижу, что на церемонию пьяным отец мать с глотку тебе передержит. Я-то тебе не выдам. Главное, ты свой язык придержи. Я слышал, в облаве взяли женщину. Да, Матиас выбрал кого-то для испытания. Господи! Давайте сюда! Вот так. Ну давай, давай, гори, гори, моя звезда. Ты как Тарзан орёшь. Так. Но мы сначала сходим в другое место. Раз уж так получилось. Так, мы вообще где? Так, там два тайника. Нет, давайте-ка вон там сделаем сначала. Так, что у нас здесь? Водоем. Ну, кстати, не факт, что он глубокий. Но я так и думал, что он не глубокий. Зажгли. Давай, вылазь. Есть. Полезли. Посмотрим, что там есть. Вот сюда, сюда, сюда. Так. Ну, тоже хлеб, знаете ли. Так, у меня там максимум. Так. Уже хорошо. Ну ничего, ничего. Посмотрим, что у нас тут. Подожгли. Давай взламываем. Что-то хорошее. Что-то очень нужное. Что-то очень ценное. Так. И опа. Так. Сейчас это сюда. Давай, давай, давай. И... опа. Так, ну это что-то за гранью легкости.
это у нас просто подожгем. Падай. Так. Я вообще куда пришел-то? А. Нет, 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 подожди. А, ну да, да. Там же первый мост, второй мост. Все верно. Вот он. Так. Где-то вот здесь, а? Где-то здесь. Должна быть тайна, тайна. Наверху. А наверх мы можем подняться только... только там. Так. Направо. Первая тайна где-то... вот здесь вот. Да тихо ты, где? Вот. Первое мы взяли. Тайник. Валялся на дороге. Ну так-то незаметно, да? Согласен, незаметно я его. Так. Так, нам туда не залезть. Чтобы... так, ну и бог с ним. Ладно. Пойдемте, у нас еще куча уничтожений есть. Горшок не должен висеть в воздухе. Это противоестественно. Да. Давай. Вот так. Взять, господи, один патрончик только взяли. Что мы тут видим? Давай. О боже, пронесло. Ты здесь? Я здесь, Эми. Я здесь. Ты? Что им нужно, Лара? Ой, что от красивой бабы надо еще? Послушай, я иду за тобой. Я вытащу тебя оттуда. Пожалуйста, помоги мне, Лара. Да неси. Я обещаю, Эми. Вы куда меня зовете на испытание? Давай. Подожди. Я покуда? Я же посюда, правильно? Съехал-то. Ну. Вот. А вы меня куда-то гоните? Так, вот один из тайников. Так, тут где-то... книга какая-то или что? Перед тем, как вы меня тут выгоните, мне же собрать надо еще. Давай, вверх, еще. Вот так. Умница, девочка. Вот она. Казалось бы, чего еще желать? Я жрица императрицы Солнца. Я возвышена над всеми придворными. Меня обучают языкам, истории, военному искусству, этикету. Всему необходимому для правления страной. Императрица для меня как мать. Она ласковая и внимательная, даже любящая. Но что-то во всем этом не так. Мы будто разыгрываем чужие... Понятно все с тобой. Так, еще выше можно подняться. В дыру не пролазишь? Нет. Так, там мне делать нечего. О, кстати,
Да стой ты. Я хоть посмотрю, где я-то оказался. Вот. Кстати, там, где я. Так, ну это он опять поджечь можно. Это закрыто здесь было. Все верно. Лагерь. Так. Смотрим. Куда мы не пошли. Пойдем ее спасать. Прыжок. Да, я вот так вот умею прыгать. И вперед. Господи. Черт, что это было? Не знаю. Еще один обломок? Работайте. Я выясню. Так. Надеюсь, он нас не видит. Здесь ничего. Чертовы руины. Все кругом рушится. Записано? Да. Давайте сюда! Черт! Лиза, лезай! Так. Все назад! Так, этот есть. Так, я не понял, что это за пулемет такой, столько патронов в него всадил. А, вон что надо было сделать-то. Убить их легко и просто. Так, о, собрано дробовик. Так. Я в него попал. Часто они меня не видят, по кому они стреляют. Давай. Так. Меня это спасло? Не вижу. Вот так вот. Блин, а их оказывается много было. Давайте будем собирать сейчас то, что мы навоевали. А мы тут навоевали много. Заткни. Так. Так. Плюс здесь еще. Так, понятно. Надо было еще и лампу разбить нахрен над ними. Это все можно было сделать тихо, я так понимаю. Можно, но мы не сделали. Так, наверх. Вот отсюда можно было побить их. Без палева. Так, надо пробить нам что-то здесь. А, вот, а бочками их убить можно было. Если бы я напал. Так. Фюзеляж. Самолета.
Поверху. Да, все можно было сделать очень даже тихо. Но мы выбрали другой путь. Ну ничего страшного. Крыло. Господи. Больше здесь никого нету. Но я сейчас. О, я так и думал. Течением. Держись, девочка, держись. И еще раз. Куда ты меня несешь? Неси меня, река, открути берега. Здорово! Просто на! Прямо как игра кальмара. И еще разок, давай вот сюда на этот раз. Опа! Так. Есть. Если бы я еще что-то видел. Опять. Там, знаете, не очень-то хорошо видно. Ну давай еще. Так. Выстрелил. Вправо, вправо, вправо. Я же вправо шел. Я шел вправо. Вы не твари. Ищите артефакт, чтобы получить. Так. Да. Так. Пропеллер обогнули. Вот так вот. Блин. Все так хорошо начиналось. Эх. Ладно, нажмите Е, чтобы забрать боеприпас. Хорошо, нажмем. Хорошо. Соберем. Так. Да блин, твою ж мать-то. Что ты будешь делать? Мне уже жалко девчонку-то. Столько раз сдохнуть на пустом месте. Так. Слева, справа, как я понимаю. Так. Есть. Это мы в наш самолет попали. Который вначале там был, нет? Ой, нет. Ой, осторожней. Давай, давай, аккуратней. Вот я прошу. Умница. Давай, ну у тебя же запаска еще должна быть. Так, я что, не на ту нажал? Первое Е. Вот это какая F. Не понял. Не понял. Ну-ка, еще разок. Так, Е не нажимает, это бесполезно. Так, при стрельбе из лука, чтобы полностью натянуть тетиву. F нажимаем быстро, 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 быстро. И не F это было. И не F. Что тогда?
Shift. Я зажал Shift. Так. Ну, вообще-то как-то он не так немного действует, это крыло. Ну, принцип, да. Принцип похожий. Особенно между деревьями на одном уровне. Ай, да, выживший на медведя. Нет. Не на медведя. Давай. Мы идем. О, я кого-то вижу. Ну, только что там кто-то шевелился. Думаете, помогут мне? Сейчас, ага. А, нет, это красная штука просто. Так. Угу. Немножко пройдем назад. Хочу... посмотреть, что нам несет здесь. Вот у нас здесь куча покрышек. Откуда, зачем, причем машин много или что? Вулкан стоит где-то. Так. Вот оно. Место, где обитают уроды. Ой-ой-ой. Ой. Вам меня совсем так и не жалко? На борту должна быть аптечка. Хорошая мысль. Должна быть. Должна быть и есть. Это разные вещи. Больно. Так, понятно. Посмотрим у вертолета. А тут один путь. Понятно. Так. Давай, пока не вылечусь. Пока не вылечусь, я так понимаю, я не совсем дееспособен. Давайте. Он где-то здесь. Вот здесь долго. Здорово. Боже правый. Что ты удивляешься, сама их убивала налево направо тут. Да, 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 сейчас. Вперед. Да, кто на меня? Конечно, здесь. Что мы имеем? Так, ну давайте. С этого мы поимели. Это мы подобрали. Так. Так. Я думаю, в рукопашке-то мне пока еще рано участвовать. Как больно. Как больно. Очень больно.
Ладно, пойдем подлечим тебя, раз ты такая бестолочь. И будем потом решать, что с тобой делать. Собрана винтовка. Это очень даже хорошо. Значит, у нас что-то к винтовке есть. Ах, ну ничего, ничего. Давай. Вот он, вертолет. А там из-за факела, видимо. Вот оно что делать. Надо, чтобы рульки свободно еще были. Вот так. Больно, ужасно. Есть. Я их успокоил. Еще есть? Так. Дробовик нужен, да? А нет. Давай, у тебя тут болит все. Ты вот этой деревяшкой, по идее, в лоб должно было прилететь. Давай, не помирай только. Только не помирай. Сейчас ты оживешь, нам еще воевать. Что-то быстро ты в себя-то пришла. Огненный, ух ты, нажмите один для выбора огненный стрел. Хорошо. Рот, ты меня слышишь? Слышу, Рот. Слышу. Лара, как ты? В порядке. Судя по голосу, нет. Я в порядке, Рот. Где ты, девочка? Среди каких-то развалюх возле укрепленного дворца. Я все еще спускаюсь. Как ты так быстро добралась? Долго рассказывать. Отсюда я вижу город. Ты возле тех больших ворот? Подхожу к ним. Это девчонка! Проклятие! Вот там! Стреляйте! Ой-ой-ой-ой-ой! Так. Так, где еще? Вон они. Переходим на пистолет. Ну. Да. Есть. Ой-ой-ой. А вас ждет. Да, конечно. Да. Она
так вот. Так, затишье. Модификация оружия, так. Автомат выполнено. Так, модификация. Автомат. А что у нас здесь? Автомат. Оно уже выполнено. Ничего не понимаю. Так, кожух ствола. Экстрактор. Кожух ствола выполнено. 6 из 6. Так. Релиз плюс какой-то. Итак. Что мы с них можем поиметь? Так. Будем собирать с миру по нитке. Трущоба. Да, в многих спецоперациях, кстати, они есть, эти трущобы. Так, нам куда надо? Нам туда надо. Но сначала мы должны осмотреть местность. Ой, как громко было. Возможно. Но сначала ты... Ну, давай, давай, вали его. Вали, тварь. Мы завалили его, козла. Он причинил нам много зла. Так. Так, а у нас что тут? Покойся с миром, что-то и тишина. Ну, не знаю, что такое. Видимо, что-то опять это испытание какие-то. Так. Что за испытание, я, конечно, пока еще не знаю. Где-то что-то, значит, есть. Они что-нибудь замечают? Я пока ничего не вижу. Так. Где ты? Вот так вот. А ведь я пожарю котлеты. Давайте посмотрим, что нас ждет тут. Вон я вижу, что-то где-то есть в доме. Нам это надо взять. Ой, как нам это надо взять. Так. Отсюда-то может и далековато. Опаньки. Опа, тушеньки. Так. Ну-ка. Давай, наверх. Молодец. Умница. Итак, что мы нашли? В Японии эпохи Эдо
У традиционной мужской одежды не было карманов. Личные вещи носили в маленьких коробочках. Инро, эдакий древний бумажник. Понятно. Ну, тоже неплохо. Эндро тоже неплохо, так. Смотрим дальше, что у нас. Так, сюда. Так, как кучу-то эту там. Вон нам туда. Блин. Понятно теперь. Оно и так, и так. Так, что у нас здесь ожидает? Всего лишь два патрона. Ну, вообще-то я не на это рассчитывал. Вот оно такое, я тебя рассчитывал. Обычно Инро делали из дерева и покрывали лаком, но тут латунь. Вероятно, 19 век. Латунь. Внутри все насквозь пропахло табаком. Возможно, это был такой древний Инро портсигар. Понятно. Так. Вот это, наверное. Нет, что-то не то. Ты как, ушел, тварь? Через кустарник оп-оп и ушел, ну ладно. Животное. Так, поджечь. Подожгем. Так. И на себя. Покойся с миром. Ага. Вот такая хрень. Что-то мы должны разрушать. Не, ну для этого я слишком ленивый. Так. Мне надо поохотиться на людей. Так, так, так. Как бы самому сейчас не стать. Так. Ну, господи. Еще раз ловушечка. Да. Так, собрано детали дробовик. Это мы к дробовику собираем уже что-то. Так. Ну вот. В общем, здесь полный бардак. Хотел спокойно уйти на пенсию, называется. Вот пусть только рот мне попадется на этом треклятом острове, получит в харю за то, что притащил нас сюда. А потом, потом мы с ним перебьем всех этих свихнувшихся сукиных сынов, как в прежние времена. Только без старины Дикий Крофт. Так, понятно. Был бы... Мужик-то нормальный, старый, правда, конечно. Ну, очень даже нормальный. И он за меня беспокоится.
А это не может не радовать. Приятно все-таки, знаете ли. Тебе беспокоиться. Стоять. Подземелье. Куда ведет? Что нам несет? Я что, я, может, всех слишком быстро перебил? А я должен был это бегать по трущобам с ними воевать? У меня почему-то именно такое впечатление сейчас создается. Я должен был втихаря где-то там бегать. А я не бегал с места, их перебил, сами по ней бегут. Так. Так, а я здесь... А я же здесь был! Да-да-да. Вот все, понял. К вертолету когда шел. Так. Ну все правильно бегу. Только мне сначала вон туда надо. Вот здесь вот хоть бы что-то нужно, хоть бы что-то полезное. Вот эти вот бочки бы взорвать бы заранее, чтобы потом не взорвали, когда я там буду. Так, так, так. Что у нас здесь? Угу, понятненько. Ясненько. Так, а что нам показывает карта? А, под нами артефакт. Вот здесь, скорее всего. Давайте посмотрим, что это за артефакт. Должно быть, это династия Юань. Может, это с пропавшего флота Кублахана? Нефритовый конь. А, нет, это подделка. Вот. Сделано в Китае. А я уж надеялся-то. Так, ну там еще где-то документ висит. Так. Ну вот опять. Зажигательную стрелу на нее только тратить. Ось висит, болтается. Так. Ой-ой-ой. Вперед, вперед! Вперед, вперед. Ну давай, иди ко мне. Ой. Попало! Окружайте! Ей некуда бежать! Давай! Тоже мне противники. Вот так вот. Вот так вот. Козел. И вот так вот. И вот так. Есть. Есть контакт. Вот видите.
Все это было легко и просто сделано. Да. Даже очень просто. Даже очень легко. Что, где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну это вот нелегко и просто. Хотел так, ладно. Это просто девчонка. Эта девчонка нас уделывает. Давай. Отдыхай, ага. Ну что там? Никак помереть не можешь. О, кстати, помереть. Не вижу. Где второй? Еще один. Выгляни в окошко. У меня есть пилюли в виде пули. Вот все для тебя, ничего не жалко. Вот так вот. Что у нас? С автоматными его, ну, нормально. Будем восстанавливать. Так. Еще где-нибудь что-нибудь есть у нас? Вот у нас есть. Так. Так. Вот здесь лежит, я поджечь бы его. Так, откуда вы попрыгивали? Давай-ка. Вот сюда. Запрыгнем. Есть у нас кто-нибудь на крыше? А, он оттуда, наверное. Понятно. А где у нас автоматные патроны-то были же где-то, я помню. Это тайник. Так, дробовик. Так, так, так. Вот. Берем. Все. Пойдем открывать тогда ворота. У нас все есть. Мы ни в чем не нуждаемся сейчас пока что. И давай, 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 давай. Вот так. Понятно.
И открываем, 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 открываем. Проходим. Же мы имеем. Ой-ой-ой-ой, откуда вы пришли? Мы отсюда пришли. Отсюда пришли. Ну что ж, здесь у нас что? Тайник. Тайник. Но документ, кстати, интересный. О, гробница. Направо. Так. Так, не крути мне направо, направо, налево надо. Так, давайте обойдем. Значит, это дом, если мы не можем в него попасть, мы его обойдем. Так. Поворот где-то. Ух ты! Так. Принесем ее в жертву, Рой. Я тебе принесу в жертву. Еще. 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 Вот это я, кстати, неплохо. Мне ж самому понравилось. Давайте, давайте. Боже, вас всех вместе. Будете вы всей невестой. Так, идем. Видим пылающую тетку. Еще одна жертва. Боже, зачем они это делают? Давай, 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 давай. Детали собрана, винтовка. Так, ну винтовка-то не винтовка, но мне вот там в гробницу есть. Вот она. Вот он. Новый квест меня ждет. Так, так, так. Квест, квест, квест. Что он нам несет? Ох ты, чуть не упал. Это эти плюшки такие сладкие мне здесь лежат. Так. Давайте. Да. Так. Вот, спускаемся как интеллигентные люди. Расщелина. И вот мы на месте. Так, это что удерживаете, чтобы прицелиться? Так, минутку. Статуя императрицы Солнца. Это было священное место.
Так, ну-ка давайте посмотрим. Оглядимся для начала. Я так понимаю, мне ее надо нагрузить, наверное. Или я что-то не понимаю. Так, ладно, подожгем вот эту. Раз она у нас сжигается. Куда я должен прицелиться-то? Смотрим, вот так, у нас топливо. Это топливо или груз? Ладно. Нам надо запрыгнуть. Надо надо нагрузить. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как так-то? Разок. Почти. Ну теперь хоть знаю, как кидать надо. Берем чуть выше. Чуть выше берем и все, и кидаем. Вот, хоть узнал, как кидать. Так, следующая бочка. Чуть-чуть выше. Вот так. Господи, мне их что, все придется закидывать? Я ж не помню, сколько их видел-то. А нет, смотрите-ка. Ну вот мы ее опустили. Так, ничего пока нету. Ну пока там побудь. Иди тоже туда. Тихо. Так, а почему я? Почему я вверх не еду? Так. Мы опять отсюда все повыкидывали. Зачем? И так. Это надо делать просто очень быстро, все понятно. Странно. Братья Солнца оскверняют древние руины, но и поклоняются здесь. Вот так, это просто надо делать быстро. И еще одна карта у нас. Ух ты. Рискованный трюк. И вот я на свободе.
Так, а где тут выход-то? Вот он, выход. Не заметил. Так бы можно было бы ничего бродить, если бы не знаешь. Я уже забыл, что я спускался-то там, как белый человек. Так. Карта обновлена. Нажмите Tab, чтобы изучить особые места на карте. Ну, это мне сейчас пока не надо. Мне этого не надо, пока что не надо. Так, я вышел. Надо немного пройти вперед. Что мы взяли? Артефакт. Статуэтка династии Мин. Похоже, подлинная. Вот это хорошо. Хоть что-то хорошее. Так. Так, так, так. Идем, идем. Так, а мне сюда не надо. Нет, да не сюда. Вот сюда. Потом отсюда вот сюда. Пройдем сюда. Вот. Дневник мне интересен. Нас тут братвы теперь уже больше сотни. Ну и дело идет. Вон дворец древний расчищаем. Мы стройку под горой замутили. Здесь от японцев грузоподъемники какие-то остались. Мы их починили, они сейчас работают нормально, чё. Мать изгонит, типа, это все в честь императрицы Солнца. Там на вроде египетских пирамид. Ну, ясный пень, он просто тянет время. А вот эта суета вся эта, она для отвода глаз. Убрать им мозг, чтоб запудрить. Обряды, бури, мокруха, это все туфта. Они возбухнут против него. Вот не сегодня они возбухнут, значит, завтра. А вот когда они возбухнут, тут ролить буду я. Да. Хорошо, если ты. Мы на тебя сейчас посмотрим. Так. Где у нас лагерь? Где-то здесь. Так, не понял. Где мой лагерь? Да. Вот он и лагерь. Ну чё, на сегодня все. Подписываемся на мой канал, ставим лайки и увидимся в следующей серии. До свидания.